Важно. Прививки. Прививки – это то, что делается по графику, как с малыми детьми. Значит, перед каждой прививкой ставится, дается глистогонный препарат. И, соответственно, через 10 дней после того, как вы дали глистогонный препарат, можно ставить уже прививку. Соответственно, прививки по графику, они там чумка, энтерит, бешенство. То есть, ну, ветеринары знают, они знают, когда что нужно поставить, и заводчики знают, когда что нужно поставить. Поэтому нам сказали, когда нужно поставить прививку, мы в эти графики все и поставили. Единственное, значит, прогулки, да, мы его привезли в ноябре, и по факту последнюю прививку поставили только 23 декабря. И 23 декабря плюс 10 дней карантин, естественно, мы начали гулять только в январе. Но заводчица мне сказала, что на руках щенка гулять можно. То есть и с ноября, как только мы его привезли, хотя уже был снежок, мы выводили его гулять. Естественно, на руках, естественно, в курточке. Ну, в смысле, я его прятала в свою курточку. И вот таким образом он знакомился с нашим парком, с нашим окружением, с людьми, которые в парке гуляют, чтобы не было потом шоком. Он у вас дома сидел, а потом раз и вышел на улицу. И постепенно, потихоньку мы с ним гуляли. Я иногда его ставила на лапки, чтобы он где-то вот вообще в изолированном месте походил по снегу. Поэтому гуляли мы с самого начала, с 2 месяцев так и гуляли. Вот. Я считаю это правильно, и сегодня у нас, например, минус 20, и Цезарь свои дела на улице сделал спокойно, и, в общем-то, это... конечно, мы сегодня не гуляли, мы просто дела сделали и вернулись обратно. Вот. Значит, к поводку, ну ладно, прогулки. В общем, гулять надо аккуратно и постепенно увеличивая, так скажем, и ареал прогулок, и длительность этих прогулок.